такой хороший костер. Ждем. А теперь ждем. Да. Горечу все. Ну. Ух, тут дымок какой. Дым валит, как с трубы. Ух. Пассажир выпал. Все, уже включу, как уже поставим, бо тут дым капец какой. Так, ну что, ребята, сегодня были на рыбалке, и вот улов наш. Уже будем, короче, жарить. Замариновали это все тут. Специи, шмеции, короче, цибулька. Вот такая вот. И вот такой вот шашлик будет, машлик. Красивый такой, классный. Цибулька. Классно. Так что, ребята, у нас шашлык сегодня. И такая вот рыбка. Пока дрова там горят. Ждем. Пока костерок там наш, короче, нагреется и... Ерундой давай. Ну а шо? Вот такая вот рыбка и сухарики хрустим. И пиво, конечно же. Так что поляна 100%. Ребята, жар уже хороший. Сейчас будем, короче, шашлычок наш, мясо, ставим сюда на решетку. Так что полетели. Так, ну что, накладаем мяску. Оп, ну там то цибуля. Угу. Бомба-бомба. Костер вообще тоже огонь. Тут юшка сама, да, такая вкуснящая. Все ставим. Ну да. О, уже пахнет. Не спів воно там пожариться, уже пахнет. Огонь. Классно пахнет, да? Ну. Прямо зашибись. Такой вот шашлиндрос. Так, сейчас, ребята, надо на шашлычок, короче, нарезать вот такую вот петрушечку. Так что, ну, сейчас я ее нарежу. Буду одной рукой резать. И держать телефон, снимать вам неудобно. Так что я сейчас нарежу и
Понесу, короче, к шашлыку. Все покажу. Короче, петрушки. Правда, не помив її. Ну нічого, вижариться. Я думав, що вона помита. А тут виходить, що не помита. Тут ні хрен її не помив. Ну так, я взагалі не купляю петрушку. Я ж в селі вживу, тут є. Ти приніс петрушку? Ну так. Значить, що її не помив. Ну, в общем, вот так вот, ребята. Вот такой движнячок у нас. Шашлик. Вкусно, классно. Да, с петрушкой трохи, ну ничего. Все будет окей. О, ребята, шашлычок. Классный шашлык. Жар тоже обалденный. Вот. Ну, шашлык классный, но. Ну? Вот так поджаривается. Ну, переверни его, покажи, как. Ух, тяжелый. Ну, с этой стороны вот так вот. О. Все вот так вот. Так что надо, чтобы эта сторона трохи поджарилась. Это уже такая поджаристая. Да? Это уже нормальная сторонка. И это уже почти хорошо. Ну надо, чтобы... А, это цибуля, да? Так? Цибулька. А, думаю, что это вот так. Угу. Ну супер. Рыбка. На рыбку, петрушка. Жар на рыбку с головой хватит. Да, да, да. Угу. О, хорошо. Кажется, рыбка, для, классно. Кажется, для мяса, для на рыбалке было сегодня. И, такие небольшие, но краски. Но все равно ж приятно. Угу. Хоть что-то, ничего. Начинив їх цибулькою, все. Ну, цибуля там всі діла. Всяка приправа там сама вкусна. Все, знімаємо вже. Цибулька теж. Все уходить. На стол. Все уходить на стол. А потім під стол. То як виживе. Ну так. Да. Ну спочатку на стол. Ну. Ех, красота. Рибка теж зараз буде красота. Костер. Жар. Сказка, да? Ну. Цвет обалденный. Так, все тут хорошо. О, назад. А теперь вылажу рыбу. Ну что? Все, нажарь. О, да, теперь я жарю. Шашлычок уже наш пожарился. Поставим рыбу. Жарим рыбу. Дивись за рыбу. О, красота. О, пока жарится рыба, можно пивка хлебануть. Так что, ребята, ждем. Ну давайте, ваше здоровье. Бш. Вот такой вот у нас отдых. Оп. Сейчас миску. И тут, короче, иду, поглядываю на рыбу.
И котик наш. Еще один мой котик. Феликс тоже звать. Был у меня хороший котик тоже. Это его сынулька. Да. Ой, хороший такой, хороший. Кс-кс. Посмотрите, ребят, безобидный такой. Посмотрите на очи. На глаза его. Безвинные. Ты тоже на рыбку? Котюнька. Ребята, смотрим. Рыбки наши уплывают по чуть-чуть. Так вот, чуть-чуть. Блин, подлюка. Ну ладно, пускай жарится. Да. Такой хороший, хороший. Хороший ты наш. Ой, молодец. Он мышек ловит. Вообще красавчик. Да. Ай, иди, иди сюда. Ой, котюня такой. Котик. Рыбка жарится. Шашлык просто бомба. Попробуем кусочек. Просто супер. Класс. Ну все, ребята, закрываем. Шашлиндрос. Смотрим на рыбы. Кто там блогер? Ну ничего, жарится рыба. Жарится, все нормально. Ну, все нормально. Уже по чуть-чуть пожаривается так. Нашу ребёшку. Нормально, да? Хайди. Ну так мало будет. Ты китски понравится, че не? Все, ребята, снимаем. О, китска есть, все нормально. Оп. Вот так вот на стрелыми, короче, цей. Пиди больше. Оператор у нас неопытный. Короче, заплатил деньги оператору неопытному. А много заплатил? Ну, пока что ничего. Знай, и палка хубасы. Палка хубасы. Не, ну классная рыба, да, получилась классная. Свежач. Ну. Свежесловлено. Все. А потом будет еще съемка, будешь иметь через шутку. Ну, то да. Тогда съемка кладешь. Вот такая вот рыбка получилась, да? Нет, это прям как ёшка. А попробуй их хоть поишь. Поет? Ну да. Все, да. Ребята, всем приятного аппетита. А мы поехали. Ну что, друзья, поели мы, короче, шашлычка, рыбку. И я решил так прогуляться чисто по, ну, поставку. Так что, друзья, рыбалочка будет уже скоро. Жмякаем на колокольчик. Смотрим мои видосики. Вот, какие там есть, кто не смотрел. Подписываемся, ставим классный лайкос. Делимся с друзьями. Ну, а я, короче, пошел прогуляюсь. Ну, кому понравилось видео, короче, ставим лайкос. Классный. Пишем комментарий.
Всем здоровья, всем счастья. Классно там так отдохнуть, как нам. Ну, а я погнал. Всем, друзья, удачи. Всем, опять же, здоровья. Всем пока.